Вы только посмотрите, на самом деле здесь нарисован лебедь. А что ты видишь? Что чувствуешь? Я чувствую, что тебе здесь не место. Ронни! Ей, значит, можно, а собаку нельзя завести. Она моя сестра, в этом разница. Какая еще разница? Перед собакой хоть трахаться можно. Сегодня для Анны большой день. Они устраивают мега-аукцион. Если хочу получить работу в топовой галерее, то нужны рекомендации. А лучшие рекомендации можно получить только у Клэр Дюпон. Всем доброе утро. Сейчас в эту дверь войдут клиенты Эрвина. И все, что они должны увидеть, должно быть совершенным. Ты, что у тебя за уродское пятно на рубашке сзади? Только не думай, что мы работаем на социопатическую перфекционистку. Боже. Алло? Это Клэр, твой босс. Мне нужен дополнительный помощник. Меня пригласили поехать в Лондон с Клэр Дюпон. Ты рейсом ошиблась. Твой рейс через 4 часа. Эконом-класс. А у вас, кстати, апгрейд. Первый класс? Я Уильям. Что привело вас в Лондон? Наш лондонский филиал нуждается в директоре нью-йоркского офиса. Ух ты, вы как-то слишком молоды для директора. Да, самый молодой директор в истории компании. Если вам не наскучило быть крутым арт-директором, хочу пригласить вас с собой. Я набрала ему по всем фронтам. Ты здесь, чтобы работать, а не развлекаться. У меня для вас бронь. Билеты на сегодняшний вечер. Может, пригласишь в дом? Что, прости? А где же ваши манеры, аббатство Даунтон? Мам, она директор аукционного дома в Нью-Йорке. Хочу, чтобы ты провела мой аукцион. Вы не пожалеете. Я прям завидую твоему стилю Хана Монтана. Мисс Сантос, на пару слов, прошу. Ты в Нью-Йорке, значит, уже местная. А быть местом, значит, драться. Каждый божий день. Рокки Бальбоа так сказал. А он не из Филадельфии? Он туда переехал. Из Бруклина.